Юлия Зимина никогда не страдала от лишнего веса. Ей повезло, друзья актрисы уверяют, что она очень много ест и не поправляется. Но на самом деле Юлия просто следит за собой. Например, много лет Зимина занималась балетом. А это огромная физическая нагрузка. Анастасия Волочкова не даст соврать. На днях Юлия, которая сейчас отдыхает на Кубе, опубликовала в личном блоге фотографию в купальнике. Поклонники ведущей Первого канала оценили ее идеальную фигуру на 5 с плюсом, а также отметили шикарный рельеф тела. 2 месяца назад Зимина начала заниматься модным видом спорта – пилатесом. 2 раза в неделю девушка приходит в студию и под руководством личного тренера выполняет комплекс упражнений, направленный на укрепление ягодиц и пресса. «Видео с тренировок не передает всех страданий и мук моих», – делилась Юлия эмоциями с поклонниками. «Выглядит все это достаточно легко. Но, честно говоря, думала, что до следующей тренировки не дойду. Потому что ягодицы подкачали. Подкачали так, что казалось, они размером с большой такой хороший арбуз астраханский. Утром встала и подумала про себя, что сейчас будет. Попаду ли на эфир? Я могу ходить. И тут тренер Олег пишет СМС: Юль, ты жива? Я встала, прошла по комнате с криком: я хожу. Я могу ходить. Записала ему голосовое сообщение. В общем, я хожу и буду ходить тренироваться дальше. Как арбуза захотелось астраханского. Смеется.